На небольшой территории острова расположено 20 храмов. Появление женщин на острове под запретом. Все служители церквей – мужчины. По поверью, так пожелала покровительница острова Пресвятая Богородица. Ее корабль 2000 лет назад попал в шторм и был вынесен к берегам Афона. С тех пор этот остров – одна из главных святынь на земле. Афон, кто там был, все единодушны в одном мнении, что это вот место, которое, так сказать, между землей и небесами. Еще не небеса, но уже и не совсем земля. Костас сделал первые снимки 28 лет назад. Сохранились из них немногие. На выставке «Наш Афон», открывшейся в Великокняжеской усыпальнице Петропавловской крепости, в основном свежие цифровые фотографии. Здесь большинство фотографий сейчас цифрового. Есть и слайды, есть и это, но в основном здесь присутствует, ну, немногих, лет 5-6-7 тому назад, как начался это. Финансовый кризис, накрывший Грецию, на острове, который с 1913 года в ее составе, почти не заметен. На это есть несколько причин. Афон может сам себя прокормить, как говорится. Могут сами работать там. Монахи, как скромные люди, они там не нужны. То, что нам здесь на вот это, на вот то. Да, конечно, у них уровень жизни падает, но не настолько, чтобы такие там, значит, революции были. Вот. Я думаю, что этого не будет. Вот. Афон живет всегда своей жизнью. Вот, во многом живет натуральным хозяйством. Александр Буренин, Дмитрий Тимофеев, Евгений Нестеров. Новости 24, Петербург.